Сотрудник МНК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий пресечена деятельность участников организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств растительного происхождения. По подозрению в совершении незаконной деятельности задержаны двое жителей заводского района города Саратова. При проведении обысковых мероприятий в местах проживания фигурантов и при личном досмотре полицейскими обнаружено и изъято более 10 килограммов марихуаны. Также установлен факт сбыта подозреваемыми более 1 килограмма наркотических веществ растительного происхождения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.